Ростов сегодня – это развитие водного электрического рельсового транспорта, соглашение Минотранспортной недели в Москве и вручение Ростовской области диплома за реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Это задержание россиянки, делавшей денежные переводы для украинской армии, и отправка в зону СВО машин, БПЛА и другой военно-технической помощи. А также приговор отцу, убившему 7-летнего сына и выбросившему тело в реку. Новый срок сдачи нового сквера на Малиновского и прием в юнармию сотни дошкольников. Ростов сегодня – это поход на старый базар за мясом, любить которое призывают все животные, кроме коров. А еще это поражение хоккейного Ростова в матче, где заброшено 11 шайб. И похолодание после тумана за окном. Здравствуйте, на Первом Ростовском. Информационная программа «Ростов сегодня» и ее ведущая Алина Николаева. Воздушные шары-проекты принесли Ростовской области 9 соглашений о сотрудничестве на завершившемся сегодня в Москве форуме «Транспорт России». Наш регион получил диплом за реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и реальные перспективы развития электрического, рельсового и водного пассажирского транспорта. На воздушных шарах прилетела Ростовская область на форум «Транспорт России-2023», чтобы запускать транспортные проекты. Балластом на этих шарах-проектах направлениях – высокие процентные ставки по кредитам, инфраструктурные ограничения, дефицит кадров и так далее. Для взлета все это будет сброшено, а поднимающим теплым воздухом станут льготные кредиты, налоговые льготы и другие преференции. Экспозицию Ростовской области осмотрел вице-премьер Марат Хуснуллин. Василий Голубев рассказал ему о масштабных инфраструктурных проектах. А это Ростовское транспортное кольцо, для замыкания которого осталось построить западную хорду. Автовокзал «Центральный» на месте старого аэровокзала. Развитие трамвайной сети, первый новый маршрут которой из Левенцовского в центр планируется запустить в 2027 году. Развитие электротранспорта и зарядной инфраструктуры. Ну и, конечно же, шел разговор о возрождении через 30 лет водных пассажирских перевозок. А это и Валдаи, и метеоры по множеству направлений, и, возможно, речные трамваи. Сегодня ряд компаний предложили мне запустить по Дону электротранспорт водный. И тоже надо работать по инфраструктуре, зарядной они должны, причальной инфраструктуре. Учитывая, что с этими компаниями мы работали, имеем хорошую практику и результат. Например, то, что приходило корабли, которые приходили в Таганрог, значит, это их дело рук, наша совместная работа. Договорились, что будем продолжать. Пассажирские суда область будет покупать в сотрудничестве с государственной транспортной лизинговой компанией. Соглашение об этом губернатор подписал на форуме с гендиректором ГТЛК. Она предусматривает поставку скоростных судов на подводных крыльях по льготным лизинговым программам компании. Для пассажирских перевозок ставка лизинговая по пароходу, по речному судну составляет 2,93%. То есть в нынешних условиях, ну, с учетом социального характера перевозок по реке, с учетом необходимости держать правильные, комфортные, удобные для пассажиров цены на билет, это в нынешних условиях, я бы считал, достаточно удобная ставка. Привлекательная ставка. Да, именно так. Мы сейчас видим среднесрочный период до 2026 года. Как известно, первые суда «Валдай» поступят в этом году. Первый пришел и уже опробован. А включая 2026 год, мы говорим сегодня о 6 судах. 2024 год он в определенной степени будет тестовым для пассажиров в том числе. Наша задача подготовить причальную инфраструктуру на всех возможных маршрутах. Ну а покупать суда в лизинг продолжим у Центрального конструкторского бюро по судам на подводных крыльях имени Алексеева. Такое соглашение подписал замгубернатора министр транспорта. В следующем году будет куплен «Метеор-120Р» для маршрута Азов-Ростов-Волгодонск-Волгоград. В 25-м еще один такой же «Метеор» и «Валдай», а в 26-м два «Метеора-110М». Перспективные маршруты Ростов-Азов-Таганрог-Ейск-Анапа и Ростов-Таганрог-Керчь-Ялта. А еще Ростов-Таганрог-Мариуполь-Бердянск. Он будет запущен в 26-м году, что задокументировано соглашением с ДНР. С ЛНР и Херсонской областью будем развивать сеть автобусных маршрутов. Производитель «Трансальфа» из Вологды поставит в Волгодонску 10 электробусов. «Трансконтейнер» вложит 140 миллионов рублей в модернизацию контейнерных площадок Ростова-Товарного.
А с Северокавказской пригородной пассажирской компанией договорились о получении 10 новых электричек. Расширять сотрудничество Ростовской области с Росбанком договорились на встречу в Москве Василий Голубев и председатель правления банка Наталья Воеводина. Возможные направления взаимодействия – кредитование предприятий, участие банка в финансировании уже воплощаемых и новых инвестпроектов. Они работают с несколькими нашими компаниями, и «Русельмаш», и «Астон», и ряд других. Я задал отдельный вопрос, насколько возможности усиления и поддержки предприятий малого и среднего бизнеса. У них есть такая ниша, они с этим работают. До середины декабря будут проработаны условия совместной работы Росбанка и Ростовской области, и потом подписано соглашение. Ростовская область вошла в пятерку лучших по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году, за что и награждена на форуме «Транспорт России» дипломом. Вручил его Василию Голубеву Марат Хуснуллин. Дорожное строительство в Ростовской области просто идет невероятными темпами. И тяжелейшую нагрузку взял на себя сначала СВО, тяжелейшую нагрузку. И М4, и все пробегающие дороги, все пункты перехода на новые территории. Вот сейчас реализуется прекрасный проект, это кольцо вокруг Ростова. Я надеюсь, что совместного усилия, Василий, мы обязательно этот проект дожмем до конца. Спасибо вам за работу, вам и вашей команде. В этом году в нашем регионе по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в работе 160 объектов, 150 из них уже завершены. Мария Филинкова, Мария Индрикова, Андрей Токарев, Первый Ростовский. Гражданка России спонсировала армию Украины больше 5 лет. И вот задержана сотрудниками Донского управления ФСБ. Выяснилось, что бывшая сотрудница госучреждения с мая 2018-го сделала больше 60 переводов на общую сумму 330 тысяч рублей на украинские банковские счета, используемые для финансирования вооруженных сил этой страны. Она знала, что эти деньги пойдут на закупку обмундирования и амуниции, снабжение конкретных подразделений ВСУ, которые с 2016-го года проводили карательные операции, так называемые антитеррористические операции. А теперь воюют с российской армией и обстреливают гражданские объекты Донбасса. Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Задержанный грозит до 20 лет заключения. Два автомобиля повышенной проходимости УАЗ «Патриот» и «Буханка» для эвакуации раненых, прибор для радиоэлектронной борьбы «Палтус», несколько БПЛА, тепловизоры, приборы ночного видения, медоборудование и масксети. Такой стала очередная партия военно-технической помощи Ростовской области в зону СВО. Как сообщил замгубернатора Вадим Артемов, груз передан артиллеристам Ростовского именного подразделения. Куплено это все за счет областного бюджета и фонда поддержки регионального сотрудничества и развития. Планировалось пожизненное заключение, а отсидит всего 10 лет. Ростовчанину Александру Ведмецкому огласили приговор за убийство 7-летнего сына. Ужас этому делу добавляет то, что тело ребенка отец выбросил в реку. Подробности в сводке ростовского городового у Инны Билан. Также я расскажу о ростовчанине, обокравшем свое рабочее место, и спасении пенсионерки в лесу. Десять лет колонии строгого режима получил с учетом предыдущей судимости ростовчанин Александр Ведмецкий за убийство сына. 30 мая прошлого года рыбак выловил в Темирнике спортивную сумку, а в ней лежало тело 7-летнего мальчика. В тот же день задержали его отца, 32-летнего Александра Ведмецкого. Тот уверял, что обнаружил сына уже мертвым 26 мая, поместил его тело в сумку, набил кирпичами и выбросил в реку. Выяснилось, что раньше он избивал ребенка, плохо кормил и не лечил. Ведмецкого обвинили по статье убийства малолетнего, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии. Ростовчанин работал в магазине бытовой электроники, и этот же магазин обворовывал. Нехитрую схему раскрыли полицейские в Левенцовском. 28-летний продавец-консультант, пользуясь возможностью взять ключ от витрин, подворовывал наушники и телефоны, а после трудового дня снимал антикражные датчики, уносил добычу в личных вещах и сдавал в ломбард. Наворовать успел на 200 тысяч рублей. Пропажа 9 гаджетов обнаружилась только при ревизии. Виновного быстро вычислили по камерам видеонаблюдения. Это же надо было их не учесть. Таким образом, сотрудники полиции установили причастность фигуранта к 8 эпизодам противоправной деятельности. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
На что надеялся подозреваемый, непонятно. И теперь ему грозит 2 года колонии. Пропавшую 84-летнюю пенсионерку нашли в лесу у хутора Уляшкино Каменского района. Она собирала грибы со знакомыми, ушла в сторону и потерялась. С пенсионеркой смогли связаться по телефону, но связь была очень плохая. И она успела только сказать: провода какие-то вдоль леса. Спасатели отправились по наводке, при этом звали женщину через громкоговоритель. Та услышала и включила фонарик телефона. Так ее и нашли. На этом у меня все. До встречи. Яйца подорожали из-за их дефицита и роста цен на энергоносители. Создание оптового рыбного рынка поставлено на паузу. Объем производства сельхозпродукции и ее экспорта вырос. Об этом и многом другом рассказал, отвечая на вопросы журналистов, замгубернатора, министра сельского хозяйства и продовольствия. Зал пресс-конференции полон, вопросов у журналистов много, но сначала главные сельскохозяйственные итоги года. Главный, естественно, первое место в стране по сбору зерновых. Больше 16 миллионов тонн. Это направление отрасли ПК на подъеме, то есть повышение плодородия, увеличение применения минеральных удобрений, развитие современных технологий приводит к ежегодному росту этого показателя. Есть рост и в производстве мяса, в производстве молока, в перерабатывающей промышленности тоже определенный рост. А как это все выгодно продать, интересуются журналисты. Ведь экономические условия стремительно меняются. Но тем не менее, общие результаты сегодня агроэкспорта впечатляют. Мы резко увеличили даже к рекордному 2022 году показатели это в этом направлении. Лидерами по приемке нашей продукции являются на сегодняшний день Египет, Турция, Бангладеш, Пакистан. Ряд новых направлений в течение года – это Индонезия, это Бразилия, Мексика. Актуален на сегодня яичный вопрос. Рост цен на них в Минсельхозе объясняют сезонным дефицитом и сокращением производства из-за рисков птичьего гриппа. Плюс снижение рентабельности из-за повышения стоимости энергоносителей. Но Федеральная антимонопольная служба занимается вопросом. А вот ситуация на рынке семян внушает оптимизм. Обилие импорта заменить непросто, но наша селекция работает успешно. Год назад, если у нас кукуруза высевалась на 44% площади отечественными семенами, то в текущем году, уже в 2023 году, она высеяна на 60% площади. Подсолнечник с 16% вырос до 40%. Этот процесс должен привести, как вот считает и Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, до уровня порядка 80%. Вот если мы будем 80% высевать отечественными семенами, наша продовольственная безопасность безупречна. Предпочтение донским сортам отдают и виноградари. Производство в этом году выросло на четверть. 54 тысячи бутылок донского вина отправили зарубежным гурманам. Ну а среди приоритетных на сегодня вопросов АПК Константин Рычаловский назвал привлечение молодежи, социальное развитие села, модернизацию промышленных процессов, в том числе благодаря бюджетной поддержке, которая распределяется по многим направлениям и в этом году составит 8,5 миллиардов рублей. Валентина Малощицкая, Руслан Хамчиев, Первый Ростовский. Новый Комсомольский сквер на Малиновского строится с отставанием от графика. Его должны были сдать в ноябре, но сроки пришлось перенести на декабрь. Наша съемочная группа побывала сегодня на месте с министром ЖКХ. И не пустырь, и не роща, а просто неухоженный участок земли в 11 тысяч квадратных метров. Был до недавнего времени между Коммунистическим проспектом и 2-й Краснодарской улицей. А потом жители Советского района выбрали его онлайн-голосованием для благоустройства по федеральному проекту формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда». Работы начались по графику, а вот завершить срок не получается. Сдача Комсомольского сквера переносится с ноября на декабрь. Одна из причин – несвоевременная поставка стройматериалов. Успеют ли подрядчики к новому сроку, оценил на месте министр ЖКХ.
Но нарушение сроков недопустимо. Мы не должны подводить жителей, которые ждут с нетерпением новый комфортный сквер. Мною поставлена задача администрации города усилить контроль за соблюдением сроков и проведения работ, проверить все материалы, которые заказаны, проверить платежные поручения, так и предоплачены ли они, потому что подрядчик говорит, что, допустим, МАФы приходят 1 декабря. Основные строительные работы завершены. Проложены трубы под канализацию, водоснабжение, автополив. Готовы основания под тротуары, велодорожки, детский игровой комплекс и площадку для выгула собак. Готовы памп-трек и бетонная стена под скалодром. Строятся стены для граффити и баскетбола. На благоустройство сквера выделено 65,5 миллионов рублей, причем 62,5 миллиона из федерального бюджета. Сегодня начинается установка опор освещения. Уже начали озеленение, высадку зеленых насаждений. Завершается обустройство пешеходных дорожек. Уже начали установку бордюрного камня, тротуарной плитки. Начали асфальтировать площадки. Министр ЖКХ поставил задачу сдать новый сквер до 15 декабря и регулярно информировать о ходе работ. Елена Рябжанова, Юрий Санкин, Первый Ростовский. Трехдневный Всероссийский съезд региональных гарантийных организаций стартовал сегодня в Ростове. Их представители из 40 регионов России обсудят актуальные тенденции и особенности гарантийной поддержки бизнеса в современных условиях, обменяются опытом и выявят лучшие практики. Я, конечно, еще раз хочу поблагодарить всех, кто такую возможность нашел для очного участия. Это очень важно, потому что диалог глаза в глаза, вероятнее, наверное, самое продуктивное и результативное общение. Возможность поделиться опытом и просто пообщаться сегодня как никогда актуальна. В числе четырех десятков регионов на съезде представители ЛНР, где уже создан гарантийный фонд. Для предпринимателей республики это новшество, но они уже ждут начала его полноценной работы. Они все ждут, потому что мы уже заранее, конечно же, оповещали наших предпринимателей, рассказываем, какие меры поддержки, всероссийские, да, меры поддержки, что это и микрофинансирование, да, субъектов малого и среднего предпринимательства, это и гарантийная поддержка. Я думаю, все ждут, потому что они уже обращаются, просто вот ждут, когда начнется эта работа. Подскажем, как действовать и как работать в наших экономических реалиях, как работает национальная гарантийная система. То есть все это мы нашим коллегам покажем, расскажем и будем вести их, по крайней мере, на этапе становления их в своих региональных гарантийных организаций. В Ростовской области сейчас больше 175 тысяч малых и средних компаний. И их гарантийная поддержка особенно актуальна и востребована в нынешних экономических реалиях рынка и активизации импортозамещения. Всероссийский съезд региональных гарантийных организаций проходит второй раз и опять в Ростове, ведь Ростовская область среди лидеров страны по развитию малого и среднего предпринимательства и работе гарантийного фонда. Он уже у нас находится в топ-3 среди всех регионов Российской Федерации по количеству выданных гарантий. И точно мы на верном пути, потому что так динамично развивается количество малых и средних компаний в регионе, что мы понимаем, такая мера поддержки очень актуальна. За три дня съезда участники обсудят перспективы развития гарантийных фондов, вопросы новых подходов к их субсидированию и так далее. А принятые здесь решения станут значимыми для дальнейшего развития нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Инна Билан, Сергей Вишняков, Первый Ростовский. Сотня ростовских дошколят пополнила сегодня ряды юнармии. Теперь они маленькие патриоты. Местом для церемонии стала 77-я школа, которая носит имя героя Советского Союза Владимира Мыльникова. Что такое Родина, знаем ты и я, потому что Родина у каждого своя. Песня как напутствие старших младшим. Хотя эти дошколята уже и сами знают, что такое Родина и кто такой патриот. Любит Родину, свой детский сад, свой город, свою семью. Они никогда не сдаются. Патриоты очень смелые и сильные. Кстати, Прохор уже даже с будущей профессией определился, и она тоже патриотична. Мальчик хочет стать полицейским. Потому что он сильный, храбрый, защищает город.
Но пока эти малыши только начинают свой большой патриотический путь. Сотня детсадовцев железнодорожного района вступает в юнармию. Ваши победы сегодня – это большой залог побед нашей великой страны завтра. Хорошо, я вас поздравляю. Любите нашу великую Россию, и она ответит вам обязательно взаимностью. Она вас любит, она вас ценит. Вы нужны России. Звездочки и горячие сердца, орлята и соколята, русичи, патриоты, защитники и дети России. 10 детсадовских отрядов представляют их командиры. Наш отряд «Защитники России» – наш девиз. Родину мы свою защитим, победу ее никому не дадим. В городе Ростове-на-Дону 58 отрядов маленьких патриотов, это около 850 мальчишек и девчонок. Мы, взрослые, понимаем, что в ладошках этих малышей будущее Ростова. И мы хотим верить, ветераны города, что наше будущее в надежных руках. И вот сразу после клятвы тот самый долгожданный момент. Почетные гости вручают маленьким патриотам символ юнармейской славы – красный берет. Это настолько торжественно, это настолько необходимо было, что, в принципе, я скажу вам, ведь герои не рождаются. Они становятся в борьбе. И сегодня, как они пели песню, гимн, как исполняли приказ. Вы знаете, это неповторимое. Это, знаете, пример всей нашей Ростовской области. В завершение фото на память. Такие церемонии посвящения в маленькие патриоты сейчас проводятся во всех районах Ростова. Алина Николаева, Виталий Ступаков, Первый Ростовский. Наркотические, алкогольные и другие зависимости – важнейшая тема для разговора с подростками. Зона ответственности здесь расширяется, и работать в ней должны не только родители, но и эксперты, политики, медики, педагоги, общественники. Чем и занимались на форуме «Молодежная гостиная» в ДГТУ. Поговорить со студентами приехали из Молодежного центра профилактики негативных явлений качества жизни, Минздрава, Заксобрания и антинаркотической комиссии. Данный формат мероприятия, он неофициальный, он в виде вопроса-ответа. От студентов будут поступать вопросы к нашим экспертам и спикерам, они ответят на них. Ну, грубо говоря, у нас профилактика – это такая область, линия ума и сердца, души наших жителей. Можно сказать, авангард нашей работы. И поэтому мы, конечно же, должны уделять этому огромное внимание и в первую очередь работать в области, приоритетом ставить перед собой профилактику. В молодежной гостиной разбирались в причинах возникновения зависимости и разрабатывали эффективные меры по их профилактике. Почему мясо коровы называется говядина, а не коровина или бычатина? Таким вопросом задалась наш старобазарный корреспондент Лидия Романченко. Искать ответы по привычке отправилась на старый базар. Что удалось узнать, Лида? А выяснилось, что раньше весь рогатый скот называли древнеславянским словом говяда. Из обихода оно ушло, а производная от него говядина, то есть мясо скотины, осталось. Но это я узнала из словарей, а вот как выбрать хорошую говядину, в них не написано. Этими знаниями поделились продавцы старого базара. Вообще, говядина – это чтобы лучше видеть. Благодаря обилию цинка ее регулярное употребление может продлить молодость глаз, задержав возрастное ухудшение зрения. А зоркость понадобится, чтобы выбрать лучший кусочек, когда придете на рынок. Цвет многое может рассказать о буренке, кровоподтеке, синяки, синеватые или зеленоватые оттенки должны покупателя отпугнуть. На цвет мяса, на жир. Бывает жир беленький, бывает чуть желтинкой. Это стюлочки. Бывает чуть постарше мясо, старое мясо. Это чуть пожелтее, чуть темнее мясо. Но это тоже очень хорошее мясо. Молодой теленок будет с белым жирком. А вот темно-желтый жир говорит о почтенном возрасте животного. Такое мясо придется тушить долго. Мягкость мяса зависит и от того, из какой части туши кусочек. Чем меньше мышца задействована в движении, тем она мягче. Самые ленивые, а значит и нежные, филейные. Они же самые дорогие.
Это идет на стейки, на запекание, на все. Мякоть любая, на тушение, на варку, на плов, на все берут. Можно и лопаточку, можно и почную часть. Коряшки на холодное, на бульон, там сахарная косточка мяса. Как бы антрикоты тоже на стейки, даже для шашлыка берут. На маленькой косточке, первые кусочки, первые пистолетики. Грудинки, ребрышки с хрящиками. Берут на шулюмы, на борщи, на солянку. Очень многие на казаны берут сейчас. Кстати, самой полезной частью считается лопатка. В ней почти нет жира и прожилок, зато много коллагена. Дамы знают его благотворное влияние на состояние кожи, волос, ногтей. Полезен он и для суставов. Кроме того, говядина – ценный источник белка, жиров, витаминов и минералов. Одним словом, клад, да и цену пока держит. В лето, говорит, в зиму поднимается цена говядины. В лето поднялась цена, а в зиму всегда падает. Наоборот, сейчас вообще держится цена. Дешевле всего голяшки по 300 рублей за кило. Грудинка с ребрами, та, что на шулюм и наваристый борщ, 450. Пузанину берут на фарш и люля по 500 рублей килограмм. Мякоть на гуляш обойдется уже в 700. Кстати, так называемое яблочко стоит столько же. А вот вырезка для идеальных говяжьих стейков вдвое дороже. Говядина – продукт диетический, но увлекаться им не стоит. Диетологи советуют съедать не больше полкило. Нет, не в день, за неделю. На обед без вреда взрослому можно сживать 150 граммов говядины. Ребенку достаточно и 80. Самое сложное – удержаться в этих пределах. Сейчас говядина, конечно, имеет спрос, так же, как и баранина, так же, как и свинина. Но мясо все любят. Мясо надо кушать всем. Кушайте хорошее мясо. Добавить нечего. До встречи. Спасибо, Лида. А мы переходим к спорту. В прошлой встрече 10 шайб на двоих, в этой даже 11. Хоккейный Ростов продолжает играть сверхрезультативные матчи. Вот только его вклад в эти цифры скромный. В игре с Норильском забивать наши хоккеисты начали только при счете 0-7. Удаление. Сразу сломали игру Ростова в Норильске. После первого на 8-й минуте пропускаем шайбу. А спустя 3 минуты также в меньшинстве еще одну. Григорий Пантелеев меняет в воротах Кузьменко на Пылаева. Но не в голкипере дело. За минуту до перерыва автор первой шайбы Норильска делает дубль уже в равных составах. Отдыхать уходим с неприятными 0-3. Мы очень сильно проигрываем в движении, поэтому надо в этом компоненте добавить. Нам надо добавлять, потому что счет на табло, я считаю, не по игре, поэтому надо забирать инициативу и забивать нам, потому что 3-0 – это уже много. Но добавляют только соперники. За второй период отставание выросло еще на 2 шайбы, а в начале третьего отрезка положение усугубляется до безнадежных 0-7. И только тут за 12 минут до финальной сирены Ростов прорвало. Первый сухарь норильскому голкиперу испортил Калмыков, замкнув в касание передачу Соколова на дальней штанге. На эту шайбу хозяева быстро ответили, но и мы не закончили забивать. Играть оставалось 3 минуты, когда Лосев обыграл двоих защитников и красивым броском отправил шайбу в ворота. И на прощание третий гол. Норильские защитники оставили своего голкипера под расстрел. Смолев пальнул на дальнюю штангу Миргалиеву, и тот красиво обыграл вратаря. Жаль только, раззабивались поздно. Матч проигрываем 3-8. Они объективно были сегодня сильнее. Игровая команда, хорошо в пас играют. Большинство мне понравилось. Хорошие голы забивали в большинстве. Ну, а с нашей стороны что говорить? Мы, к сожалению, приехали в усеченном составе. Так сложились обстоятельства. Просто по ходу игры у нас еще пару ребят получили травмы. И эти удаления в первом периоде сразу у нас, конечно, подкосили. Потом уже тяжело было подниматься. Это уже 17-е поражение подряд. Ростов все прочнее закрепляется на последнем месте. Дальше 17 ноября игра в Красноярске с «Соколом». Он сейчас идет 16-м. Марина Черных, Первый Ростовский. Когда прогнозы синоптиков сбываются, это приятно. Но еще лучше, если в них градусы за 20, легкий ветерок и нет дождя. Ну или есть, но не заливающий, а моросящий. И градусы пусть не за 20, а хотя бы за 10, но это уже торговля. А суровые ноябрьские факты у нашего метеокора Алины Вандышевой. Павлик получил травму на тренировке. Теперь в приставку играет только папа. 3 профессиональных режима «Алмага Плюс» позволят подобрать терапию даже для маленького пациента. «Алмаг Плюс». Здоровье в доме. Еламед.
Ростов, ростовчане, всем огромный привет! На улице сегодня был туман, и мы по традиции решили узнать, что это значит, а точнее, что по этому поводу думали наши предки. Оказывается, они считали, что туман – это предвестник холодной и дождливой погоды. Ну, если честно, не хочется в это верить, поэтому давайте обратимся к нашему второму погодному источнику, наши синоптики. Какую погоду они обещают нам на завтра, расскажу через пару десятков секунд. Надежды на красивое продолжение осени, кажется, разбиты о прогнозы синоптиков. В пятницу все, как предупреждали предки, после тумана, холод и осадки. Ночью не сильный дождь и такие же невеликие 6 градусов тепла. А с выходом солнца воздух практически не прогреется, плюс 8 днем на термометрах. Хотя дождя вроде бы и не будет. Ветер подыграет похолоданию и погонит облака с особым энтузиазмом на 5 метров в секунду. Атмосферное давление чуть поднимется, но все еще ниже нормы. 754 миллиметра ртутного столба. Влажность высокая, 82%. На этом я с вами прощаюсь. До встречи. В пятой квартире вся семья не может уснуть. Иван Петрович сорвал спину. Алмак Плюс напрямую воздействует на острую боль. Алмак Плюс. Здоровье в доме. Еламед. Таким был Ростов сегодня. Каким он будет завтра, смотрите на Первом Ростовском завтра же в 19:00. Наши новости можно найти на сайте одинростов.тв и в соцсетях. Присылайте свои идеи, наблюдения, фото и видео. Вся информация и контакты на сайте. В студии была Алина Николаева. Всего вам доброго. До встречи завтра.